Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с фото- и видеотехникой. А именно конкретно вышла новая камера у компании Nikon. Ну как вышла? Релиз был в июле месяце. Ну вот с течением времени уже все устаканилось по поводу цены. Что из себя представляет новая камера? Эта камера беззеркальная, Z30 Nikon. И поставляется она в нескольких вариантах. В данном случае представлен с китовым объективом 16-50. Есть еще просто тело, боди. И есть еще вариант с переходником FTZ-2 на байонет F. То есть с байонета Z на байонет F. Пришло это все из Китая. Достаточно хорошая была скидка. Тем более в Российскую Федерацию не возят официально. Компания Nikon на данный момент она ушла с российского рынка. Практически все привезенные камеры Nikon, за исключением остатков, которые были до момента известных событий. В настоящее время сама камера Z30 вышла в июле 2020 года, поэтому она официально поставляться не может. Хотя есть магазины, благодаря которым из Китая возятся данные камеры. Пришло это все, как я говорил, из Китая. Заняло это где-то 12 дней, 14 максимум. Практически 2 недели, достаточно быстро. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Ну и давайте смотреть, что пришло нам в результате. Вот такая упаковка стандартная для камер с байонетом Z у нас представлена. В верхней части и в нижней части предоставлена. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится, ну, во-первых, кабель для зарядки аккумулятора. Это связано с тем, что данная камера не поставляется с зарядным устройством стандартным, но благодаря разъему USB-C на камере можно ее заряжать через него. Ну а здесь стандартный разъем USB-A. Дальше что у нас находится внутри? Ну, это стандартный мешок для того, чтобы носить камеру на плечах либо на шее, в зависимости от того, как вам будет удобно. Обозначено, что Nikon Z с байонетом Z. Так, дальше. Здесь находится аккумулятор, стандартный аккумулятор на 1120 мАч. Сам аккумулятор, он стандартный для линейки кроп-камер, а именно Z50, ZFC и вот младшая модель Z30 на 7,6 вольт на 1120 мАч, как я говорил. Новый аккумулятор EN-EL25, данный вариант. Следующее, что у нас пришло, это объектив. Вот он такого плана, 16-50. Стандартный объективчик, который поставляется на кропнутые камеры DX 16-50, 3,5 на 6,3 на концах. Ну и стандартное у них раскрытие на соответствующее фокусное расстояние. И возврат в исходное состояние для хранения и транспортировки. Есть соответствующие серийные номера. Ну и измеряет от 0,2 метров до бесконечности. Как вот здесь вот продемонстрировано. Ну, на некоторых, на фокусных, от 0,3 измеряет. Можно подносить к объекту съемок. Вот такой вот стандартный объектив китовый, который поставляется. Причем поставляется на все крупнутые камеры. И в конце представлена сама камера Z30. Все такого плана. Здесь кольцо с различными режимами, которые можно осуществлять. Здесь нету электронного видоискателя, как на Z50 и на ZFC. Там у них есть
электронный видоискатель. Но сам по себе он не нужен, данная камера. Позиционируется как камера для видеосъемки в основном, потому что здесь 4К, 30 кадров в секунду идет со всего сенсора. Также здесь есть Full HD, до 60 кадров в секунду стандартно и для замедленной съемки до 120 кадров в секунду. Здесь есть соответствующие разъемы для установки 3,5 мм джек микрофона. Дальше HDMI, причем здесь микро HDMI. И USB-C, благодаря которому осуществляется зарядка. И в зависимости от того, какой вы будете использовать кабель и блок питания, у вас еще возможно питание этой камеры. Для того, чтобы было продолжительное время использования. От пауэрбанка, либо от адаптера питания. Есть функциональные клавиши. Включение. Здесь идет откидной экран. В отличие от Z50, здесь экран 3 дюйма, там 3,2 дюйма. Но количество точек 1 040 000 на этом экранчике. Точно такой же экранчик на ретро-камере ZFC. Он тоже откидной, поворотный. А вот на Z50 он просто откидной вниз. И не всегда удобно пользоваться им. Лучше бы было то, что как и вот здесь и на ZFC, то есть на Z30 и на ZFC. Так, вот такая вот камера. Кстати, как и на предыдущей камере, Nikon экономит на заглушках на горячий башмак, но была у меня распаковка, и вот на камере зеркальной Nikon D5600 мы установили пузырьковую заглушку, да, вот такого типа. Давайте сюда тоже установим, чтобы он не запылялся и не попадали капли воды на всякий случай. Давайте эту камеру сейчас подключим. Для этого возьмем установим объектив. Кстати, на объективы DX с байонетом Z достаточно мало объективов именно под эту систему кроп-фактора. Всего их 3. Это вот DX1650, есть 50-250 и есть еще недавно выпустили 18-140. Почему взял с этим объективом? Он достаточно компактный. И плюс то, что начинается с 16, что позволяет достаточно хороший иметь большой угол данного объектива. Сверху у нас, кстати, есть хорошие стереомикрофоны. Дальше есть динамик. Есть соответствующие кнопки. Здесь некоторые кнопки переместились в другие места. Обычно удаление стоит рядом. А вот меню раньше было вот сверху. Я имею в виду по той камере, которая сейчас у вас располагается слева. Открываем отсек с аккумулятором. И внутри еще находится отсек для установки карты памяти. Карты памяти здесь устанавливаются UHS первого поколения. Вот у меня был на канале распаковка карты для мобильного телефона или смартфона SanDisk на 128 гигабайт. И есть адаптер. Этот адаптер мы сейчас сюда и установим для того, чтобы осуществлять действия. И давайте сразу же установим аккумулятор. Так, ну здесь предупреждает, потому что объектив нужно выдвинуть, снять крышку для того, чтобы увидеть. Давайте посмотрим меню. Да, сразу же хочу сказать, что здесь есть несколько языков, но в первом варианте приходило все на английском. В последующем, благодаря удаленке и ряд других языков, в том числе китайский, но благодаря удаленному подключению компьютеров с Китаем, сам продавец прошил с тем, чтобы установить язык русский. И сейчас у нас установлен русский язык. Стандартное меню. Есть пользовательские различные режимы. Есть меню видеосъемки.
здесь осуществляется запись, продемонстрирована до 4К 30 кадров в секунду. Стандартные Full HD есть замедленные и до 120 кадров в секунду. Дальше качество видео высокое, тип файлов. Здесь стандартные MOV и MP4. Контроль винитирования есть, дифракция, подавление мерцания, режимы фокусировки различные, режимы зоны. Здесь есть люди, животные, одноточные и так далее. Подавление вибрации. Да, здесь есть один минус. Здесь отсутствует матричная стабилизация. Есть только стабилизация в объективе и также электронная стабилизация. Вот электронный, в данный момент он выключен. Чувствительность микрофона, различные режимы, стандарты. Частотные характеристики, есть понижение ветра, если у вас достаточно высокий шум от него. И режим фотосъемки. Качество изображения. Тут RAW 12 бит и 14 бит различного качества. Можно установить размеры изображения. Ну, тут вот максимальный из-за того, что здесь 21 мегапиксель. Ну, где-то 29 мегапикселей реальное взаимодействующее, а фактическое где-то 21,5. Поэтому и размер кадра меньше. На том, ввиду того, что там 24 мегапиксельная, там от 6000 до 4000, здесь от 5568 до 3712. 27 мегапикселей соответствующие. Запись RAW в 14 бит можно записывать и в 12. Ну и стандартное их меню. Подавление шума, контроль винитирования и так далее. На режиме съемки покадровое и тому подобное. И есть меню режима просмотра на тему. Кстати, давайте сопоставим две камеры. Nikon Z30 и Nikon D5600. И если посмотреть, практически они одинаковые по габаритным размерам, за исключением одного момента, а именно выступающей части зеркала. Но если мы установим переходник FTZ первого поколения либо второго поколения, то они примут практически одинаковые формы. Функциональные клавиши есть. И с обратной стороны принцип точно такой же. Да, кстати, здесь в Z30 есть один отрицательный момент. Здесь нету разъема для подключения, например, внешнего пульта. Либо подключения, например, для осуществления съемки при помощи слайдера, когда вы осуществляете съемку и команды отдают, соответственно, от слайдера в камеру. Ну и также здесь невозможно будет, скорее всего, установить дополнительную ручку для того, чтобы вам осуществлять дополнительное питание при помощи не только данного аккумулятора, но еще дополнительно двух аккумуляторов, либо стандартных аккумуляторов батареек типа 2А в количестве 6 там штук. Как это и сделано и продемонстрировано на моем канале с дополнительной ручкой для Nikon D5600. Потому что еще один момент, там нижняя кнопка спуска, которая находится здесь, тоже работать не будет, потому что подключается именно через разъем управления, который отсутствует на Z30. Кстати, давайте посмотрим, как камера взаимодействует с пауэрбанком, ввиду того, что тут USB 3.0 у нас находится. Для того, чтобы осуществлять различные продолжительные съемки, вот здесь. Итак, у нас сейчас питается от аккумулятора. Давайте проверим. Заряжен. Powerbank Ugreen, который был на моем канале. Давайте его подключим и посмотрим, что будет в результате. И вот, как видим, в углу
загорелась вилочка рядом с состоящим аккумулятором. То есть при желании можно и осуществлять питание от пауэрбанка. Давайте еще один вариант посмотрим. А именно, на канале у меня было зарядное устройство у Ланзи NPF01. Для NPF аккумуляторов, но здесь вот самый большой стоит, может быть и меньше. Здесь у него есть два выхода. Давайте воспользуемся. А вот давайте этим сначала кабелем воспользуемся. Вот так подключим. Посмотрим. Так, у нас аккумулятор функционирует. И, как видим, опять у нас загорелась рядом с аккумулятором вилочка. То есть при помощи этого зарядного устройства с аккумулятором NPF, можно взять поменьше, также осуществляется питание. Здесь уже не 1150, а уже 7500. Есть поменьше, 2500. Время для функционирования у вас будет больше. Например, для центрофийной. И других видов съемок до 2 часов. Ну, кстати, он написан 2 часа 5 минут. Full HD. А сейчас поменяем. Ну, час 56, это похоже по объему карточки памяти. Ну, до 30 минут. Кстати, если не использовать аккумулятор внутри, а пустышку, то время увеличивается, потому что нагрев идет именно за это, за счет этого аккумулятора. Так, давайте еще сейчас выключим, отключим и возьмем вариант Type-C, Type-C. Опять включаю, видим, аккумулятор работает, и подключаю. У нас опять появилась вилочка. Говорит о том, что снабжается от сети, ну, либо от пауэрбанка, в данном случае от зарядного устройства с аккумуляторной батареей NPF-970. Снова отключаем. На канале моем было два адаптера питания, ну, либо зарядное устройство компании Allgreen с Power Delivery, ну и Quick Charge. Здесь вот 18 ватт, но если посмотреть спецификацию, здесь написано, что на одном уровне 5 вольт 3 ампера. Здесь тоже 5 вольт 3 ампера, есть и больше. То есть это у нас на 20 ватт, а это у нас на 36 ватт, но для двух. 18 ватт для каждого. Оригинальное зарядное устройство или адаптер питания, который поставляется, имеет тоже параметры 5 вольт 3 ампера. Давайте проверим, как будут функционировать эти зарядные устройства. Будут ли они питать данную камеру, либо придется покупать оригинальный вариант. Так, мы сюда делаем и подключаем в сеть. Ну и как видим, вилка работает. То есть это вот первый вариант, когда у нас Power Delivery и Quick Charge 20 ватт. Снова отключаем. И давайте возьмем, подключим этот вариант. Кстати, у меня на канале еще одно есть зарядное устройство, либо адаптер питания Allgreen, но уже с тремя входами. Единственное, там один вход, это 5 вольт 1 ампер, а два входа 5 вольт и 2,4 ампера. Но при условии, что вы пользуетесь одним из них совместно, там или сразу же 3 уменьшается соразмерно, то есть там максимум 3,1 18 ватт, то есть на 3 это идет по 5 где-то вольт и где-то меньше единицы, ну около единицы сила тока. И давайте проверим этот вариант. Подключаем его к сети. И опять включаем и видим, что у нас есть вилка. Поэтому все отлично у нас функционирует. И будет заряжаться. Да, кстати, чтобы была зарядка, нужно будет в меню настроек. Вот питание через USB отключить, чтобы у вас заряжался аккумулятор. Да, кстати, зарядка аккумулятора от данного кабеля при подключении к компьютеру к стандартному USB, ну хотя бы 3.0,
там отдается 5 вольт, 0,5 ампер, ну или 500 миллиампер, то будет заряжаться 7 часов 40 минут ваш аккумулятор. Поэтому выбирайте, что вам лучше. Я отключаю и отключаю адаптер питания. И вы можете воспользоваться соответствующими зарядными устройствами либо адаптерами питания для того, чтобы запитывать вашу камеру без проблем на продолжительное время. Например, при веб-трансляции. Еще один момент. Давайте проверим, как камера будет питаться при подключении внешнего блока питания, если мы удалим аккумулятор. Будет ли она питаться? Вот аккумулятор ставим здесь, подключаем к разъему USB-C. И адаптер, который вы уже видели, мы использовали. Вот он подключен. Включаем, и ничего не происходит. Включаем, ничего не происходит. То есть без аккумулятора по USB питать камеру невозможно. Возможно питать камеру только при случае, когда у вас внутри находится сам аккумулятор. Поэтому это нужно учитывать. Кстати, здесь есть различные режимы. В том числе есть вон электронный уровень, гироскоп. Поэтому можно даже тот уровень, который установлен на башмак, чтобы он поддерживать горизонт в правильном состоянии. Основные характеристики я запущу, чтобы меньше уделять внимания этому. То есть это стандартно, все здесь соответствует. Так, колесико здесь, различные режимы находятся. Здесь кнопки ISO есть. Баланс белого, AEF, дальше переключение, гистограммы, ну и тому подобное. Видео точно так же, различные режимы осуществляются. Так, ну и давайте сейчас посмотрим, как эта камера снимает, на что она способна. И давайте приступаем. Давайте проверим фото возможности, как снимает камера Nikon Z30. Давайте посмотрим видео возможности, как снимает камера Nikon Z30.
давайте проверим микрофон, как он записывает, если камера предназначена для начинающих и иметь в виде блогинга. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стерео микрофонов на камере Nikon без применения фильтров программам обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стерео микрофонов на камере Nikon. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стерео микрофонов на камере Nikon с применением фильтров программного обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка стерео микрофонов на камере Nikon. Давайте посмотрим, как камера ведет себя в веб-трансляциях. Для этого сейчас мы это все дело подключим и посмотрим. Изначально рассчитано на 720p, но в различных программных обеспечениях можно поднять данное разрешение и до 1080p, и до 4K. Итак, смотрим. Я вам продемонстрировал возможности камеры Nikon Z30 с китовым объективом DX1650, которая предназначена как камера начального уровня для осуществления влогинга, для веб-трансляции и тому подобное. Содержит в себе основные функциональные возможности, которые идентичны с камерами Nikon Z50 и также ZFC. За исключением одного момента, здесь убрали ограничения по видеозаписи. Full HD 24p здесь можно записать около 2 часов 5 минут, ну а 4K можно записать в течение 30 минут, там 29 секундами. Но ввиду того, что аккумуляторная батарейка рассчитана только на 330 снимков, кстати, здесь больше, чем в Z50, из-за того, что отсутствует электронный видоискатель, а он и не нужен при таком экране. И чаще я пользуюсь в основном экраном, особенно когда
когда вам требуется снимать различные объекты с различными положениями самой камеры. А в данном случае откидной экран всему этому способствует. Итак, я вам продемонстрировал возможности камеры Nikon Z30 с китовым объективом 16-50. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.